Виниловый проигрыватель для внутреннего рынка Японии, питание 100 вольт известнейшего производителя Technics, Direct Drive Automatic SL3200 или SL3200. Борту, значит, две скорости 33-45, пич контроль на каждую скорость, стробоскоп, отстройка пич контроля по стробоскопу. Значит, вертушка полуавтоматическая. Все, что нужно, это вывести на первую композицию. Дальше она отыграет, все вернет, выключит, все вернется. Как говорится, состояние хорошее. За одним минусом чуть-чуть трещинка. Но зато эти проигрыватели страдают болезнью вот этих вот узлов, элементов, петель. У этого как раз все с этим хорошо. Крышка не беда. Вот так она ровненькая, чистенькая, без сколов. Ой, без сколов, без царапин. Значит, что, начнем? Выводим из зацепления тонаром. Поднимаем его. Тонар очень мягенький, обслуженный. Заминаем. Демпфирующей жидкости, как всегда. А то он падал, как зараза. Так, ну что, значит, в путь, дорожку. Скорость 33, обороты держит великолепно. Подстраивать ничего не надо. Поехала. Очень плавное поднятие, опускание тонаром. Правый канал стерео, левый канал стерео. Все чудесно. Петли работают великолепно, все отстроено. Проверим и возврат, и отключение. Очень хорошая вертушечка, тяжеленькая.
Все отработало штатно, как в космической отрасли. Все вернулось на базу, припарковалось и отключилось. Вертушка будет комплектоваться понижающим трансформатором новым, новым шилом черным, новой иглой и новым картриджем. Ноль пробега. АТ-91. Аудиотехника. На этом все.